Автомобильным флешмобом отметили 20-летний юбилей храма Николая Чудотворца в Биробиджане. 81 машина участников автоклубов автономии, решивших поддержать мероприятие, выстроили колокол с православным крестом внутри, а водители и гости сформировали надпись «20 лет». Заинтересованные биробиджанцы продолжали присоединяться к флешмобу, даже уже на стадии формирования фигур. Места хватило всем. Самая главная идея – объединить всех жителей нашего города, области, независимо от вероисповедания, независимо ни от каких социальных каких-то рамок, да, прийти здесь, порадоваться, отметить и сделать такое большое событие. Подготовка к флешмобу велась совместными усилиями Биробиджанской епархии и автомобильными клубами Биробиджана. Расставить машины с земли, чтобы они организовали рисунок, задача для неподготовленного человека непростая. Однако разметкой занимался уже опытный в этом деле Иван Маслик. За его плечами уже несколько подобных мероприятий.